поселок Антымак перед Туркестаном. Трасса огорожена с двух сторон щитами. Туркестан. Был здесь 3 года назад. Тогда это все только начиналось. А сейчас прямо небоскребы. В областном центре сегодня какое-то мероприятие. Милиции полно, дорогу перекрывают. Ехал по объездной дороге. Полиция не пустила в центр. Но вот сейчас на этом светофоре хочу свернуть, проехать, посмотреть центр города. Снова не пустили меня в центр. Так что на объездную и дальше, на Кызылорду. Туркестан закончился. Следующий город будет Кызылорда. Это река Сырдарья. Мне потребовалось почти 13 часов, чтобы добраться сюда из Алматы. Вот такие вот буренки стоят вдоль дороги, укоризненно глядя на водителей. Кызылординская область, край скульпторов-анималистов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые и интересные ролики.